Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной трэш. Будем пробовать с вами проходить дальше кошмарное подземелье вот таким вот составом. Единственное, что я здесь хочу... Сейчас пересмотреть. Так, так. Насчет питомцев, надо побольше питомцев на отхил, потому что с отхилом, конечно, у нас сейчас будет печаль. В общем, ладно, поехали. Мы закончили на шестой кошмарке, точнее, мы ее практически начали, закончили 5-10, мы ушатали без магии. А вот здесь самое интересное, на этой, на шестой уже начинаются тотемы, которые реально просто будут унижать, скажем так, ваших героев, ваши прокачки. Поэтому надо по максимуму постараться повыбирать их. Ну, тут стартовать, я не знаю, попробуем. Сейчас стартанем с бочки. Так, медуза там подошла. Просто вырубают нафиг. Я даже, честно говоря, не знаю. Мы их вроде и замедлили, но, как видите, медузка нас просто унизила. Так, поехали, еще попыточка. Это одна из таких самых сложных подземок для многих, потому что здесь, ну, реально сложно добежать, очень много башен. Ну, на этих подземках так магию не брать. На этих подземках так оно и будет, в принципе. То есть ваши герои будут станить, замедлять. Ой-ой-ой, отлично, отлично. Давайте тащите! Нифига себе, ребят, посмотрите, что мы сделали, блин. Мы практически ее прошли. Единственное, что нас остановило, это, конечно же, то, что нашу тыковку слили. Но у нас еще не все потеряно. А может, сейчас посмотрим. Может, нормально все будет. В принципе, ангел. Самое главное, чтобы ангел у нас не станился, давал отхил. У нас есть ангелочек, карасик. Ну, пробуем, пробуем. Бочка по чуть-чуть будет там шатать. Так, тихо-тихо-тихо, не дохнуть, Купидон. Без Купчика тут будет печаль. Так, наверное, Купидон слился, да. Смотрим дальше, ну тут уже все, наверное. 35%, ну блин, жалко, что тыква слилась. Реально, заход был просто обалденнейший. Ну, пробуем, смотрим. Не, бочку. Бочка еще держится, нифига себе. Ну, вот тотемы, то, о чем я говорил. Тут просто жестко тотемы отжигают. Так. Окей, пробуем еще разок. Возможно, я тут сейчас дрога уберу. Вместо него мы поставим Рудольфика. Так, окей, нанимаем юнитов опять. Ну, видите, шанс все-таки есть. Мы героев слили. Единственное, что мы не смогли, это быстро пройти башню. Ну, тыковка слилась, соответственно, мы потеряли разгон. Так, пробуем. Самое главное, медузу. Медузу развалили, ледяку, правда, потеряли. Ну, в принципе, это не проблема. Нет, это проблема. Это проблема. Видите, немножко не хватает. Так, давайте еще. Ну, будем пробовать. 6-1. Это та подземка, на которой многие реально... Надо чем побольше, конечно же, тотемов поснимать. Вот здесь особенно. Они все по краям. Ну, поехали. Так, стартуем опять с бочки. Медуза просто нас разобрала. Надо ее успеть убить. Видите, мы не успеваем ее убить и сливаемся. Так. Ну, шансы есть. Не знаю, как оно будет дальше, но... Хотя бы ближние сейчас кто-то мы повыбираем. Ну, давайте попробуем стартануть с тыковки. Получим больше разгона.
Но не факт, что нас это спасет. Не спасает нас это. В принципе, дальние тотемы это не беда. Так, ну попробуем чем подальше закинуть. Может так получится ее ушатать. Так, ну вроде ее ушатали, но потеряли самое основное наше орудие. Это тыква, видите, все равно там тотемы. Там еще есть вот здесь тотем с медузкой. Он тоже, скажем, такой печальненький для прохождения. С магией, думаю, у нас шансов намного больше. С магией мы, видите, медуза. Вроде и замедление крутое, тыковка слилась. Так, надо как-то попробовать все-таки. Попробовать уберечь героя. Есть еще вариант. Вариант отсюда прохождения. Можно попробовать, конечно же. Но здесь шансы тоже очень печальные. А может и нет. А может и нет. Так, тритона потеряли. Самое главное, чтобы у нас тыква не терялась. Тыква это самое основное. Если тыква будет давать разгон... В принципе, нам ничего не страшно. Кроме тотемов, конечно же. Тотемы. Вот смотрите, ведьма сняла бафы. Так, держимся, держимся, держимся. Ангел есть. Так, ну, шансы вроде как бы есть. Сейчас посмотрим. Самое главное не форсировать события. И чтобы наша тыковка сильно сейчас на тотемы не попадала, как она это делает сейчас. Но 74% у нас уже есть. Так, 83. Так, отхил, пошел. Сразу же молчанку словили. Ну, вроде тут не столько много тотемов уже. Я надеюсь. Ух ты, тыковка прошлась. Да ну нафиг. Да ну нафиг, вы что издеваетесь? Это просто пипец. Не, должны затащить. Красавчики. 6-1, ребят, покорены без магии. Можете меня поздравить. Мы это сделали. Без магии ушатали одну из сложных шестых кошмарок. Окей. Поехали дальше. Следующая 6-2. Тут будем пробовать. Ну, видите, тут надо железок побольше, либо юнитами спамить. Вариантов тут особо много нет. Так, разгон у нас хреновый. Сейчас нас тут просто ушатают. Тотемов дофигища. Кстати, я так и не посмотрел по тотемам. Сейчас посмотрим. Знаете, это привычка бегать. Да, вот один. Второй. Третий. Это такие тотемы, они не особо. Давайте попробуем где-то отсюда запуститься. Попробуем стартанем с тыковки. Ну? Нет, тритона. Тритона ушатали, там еще у нас и череп. Ну, вроде пока держится. Так, остались у нас там еще герои, конечно. Не знаю. У нас нету смотрителя, Леди Лео. Ух ты, блин. Ну все, бочка тут уже не затащит, к сожалению. 60%. Ну, в принципе, мы ее прошли. Получилось у нас. Так, давайте пока пойдем дальше. Попробуем дальше пройти, чем побольше. Потом уже будем добивать на 3 звезды. Это не пятые подземки, где можно просто без магии тупо шатать все, всех и вся. Так, не помню, где здесь тотемы. Сейчас будем вспоминать.
Так, ну тут какие варианты? Через Медузу бежать? Либо через рыцаря с тыквой? Давайте попробуем. Через Ару не вариант. Можно еще через Купидона и Душика. Вот отсюда попробуем. Как вариант. Но видите, без... Блин, просто жестко. Просто жестко унижают. Без магии. Да, сложновато, сложновато без магии проходить. Но будем стараться. 6-1 покорилась, значит, и все остальные тоже должны, в принципе, быть не такими сложными. Так, попробуем где-то отсюда. Тут Леди Лео у нас. Валька. Можно попробовать через Вальку выманить ее, вытащить чем подальше на бочку. Она, в принципе, там не особо такой мега-дамагер. Ну, от стана надо юнитами спамить. Других вариантов нет. Так, замедлили. Тритон! Так, Тритон ударил. Красавчик. Рудольфик сработал. Тыкву слили. Блин, тыкву слили. Ну, тут все, тут уже шансов у нас. Ангел по-любому черепа не убьет. Сейчас они дойдут. Вот смотрите, замедление. Сейчас Арктика вот достала. Так, и Арктика идет у нас за Ледяхой. Она Ледяху сейчас тоже, наверное, сольет. К сожалению. Осталось только, ребята, мегабочка с панчбоксом. Которая в стане 30%. Ладно, перезайдем. Да, вот это подземки уже. Вот это уже какой-то интерес есть. Конечно, без магии жестко бегать. Но мы должны зафармить их сегодня. Хотя бы пару штук. Так, 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 так. Ведьмочек повыбирали. Ой, заморозку кинул. Ладно, сейчас пусть пройдет. Попробуем опять вытащить. На бочку. Немножко не там я закинул ее. Так, давай, подбегай. Сразу же загрели душиков. Нет, это не вариант. Видите, самый оптимальный вариант. Хотя, посмотрите, блин, тыква. Опять сдохла тыква. Такс, поехали. В принципе, можно и без этого. Давайте где-то вот здесь вот черная меточка. Да, нормально сюда она добегает. Надо немножко дальше, наверное. Так, опять заагрили душика. Валька зарядила всех. Но это не печаль. У нас замедление сработало. Обалденно. Давай, давай, тащи. Так, дальше мы напоролись на тотем. Но тыковка у нас жива. Самое основное это тыковка. Куда ты побежала? Куда ты, блин, побежала? Тыквище ты тупое. Зачем было туда бежать? Побежала в центр сами. Это пипец просто. Такой хороший вариант был. Хотя бы на одну звезду затащить. Я не говорю уже за три. Давайте дальше попробуем. Вот дальше можно выкидывать. Она вылетает. В принципе, это самый лучший вариант. Пока с того, что у нас был. Было, было, было. Ой-ой-ой! Это заявочка, ребята, это серьезная заявка на 3 звезды, но это не точно. Нет, все-таки это точно или не точно. РТшка остался на 3, просто налегке. Просто налегке зафармили, ребят, на 3. Хорош, это мне нравится, без магии. Это трэш. Так, что у нас тут? Ой, тут у нас веселье сейчас будет. Я даже не знаю, на кого здесь агрить. Попробовать на Дрейка, Дрейк, Влад Дракула. Я даже не знаю, что делать. Атлант. Чем подальше выкинуть. На Атланта мы на Атлант сейчас просто включится, и мы все сольемся. Давайте попробуем. Так, юнита у меня маловато.
маловато будет. Давайте попробуем. Какой еще вариант? Вольт, Арктика, Валька, Душек. Можно, конечно, закинуть сюда в центр, получить люлей сразу и разбежаться. А давайте ради интереса попробуем вот такой вот вариант. Бешеный там разгон получился, но от этого толку никакого, там и череп есть. Да, это печальный вариант. Давайте еще попытку попробуем все-таки вытащить с другой немножко стороны. Так, обезвредили тотемы, я не помню, где тут они еще есть. Ну, их можно так вот в дырочках пообезвреживать. Так, вариант попробовать вытащить душек, а на нем взять разгон. Давайте попробуем. Так, тритон у нас сразу минуснулся, как и все. Без вариантов просто. Значит, попробуем вытащить Дрейка. Там, где трое героев стоят. Сейчас я попробую оттуда. Такой вариант еще. Если нет, буду попробовать. Потом пробовать думать. И вам уже покажу. Так, тотем раз, тотем два, тотем три. Я такие основные убираю, чтобы... которые ближние. Попробуем Дрейка вытащить по максимуму вот сюда. Там хоть и Влад Дракула есть, который нас может просто стычки сейчас ушатать, так оно и есть, но такой вариант тоже довольно таки неплохой. Ой, красавчики, блин, а круто они так ворвались, реально. Смотрите, пол карты вынесли практически. Сейчас попробуем еще одну такую попыточку сделать. Так, ну пробуем. Попытка номер два. Влад Дракула включился. Драйк, конечно, нас станет. Но мы на нем разогнаться можем обалденно. Вот, вот в чем плюс. А дальше, если тритон нормально сработает, видите. Блин, вот нереально круто. Смотрите, какой заходик получился. В общем, буду пробовать отсюда. В следующий раз пишите комменты, ставьте лайки и ждите новых видосиков. Обалденный трэш. Всем удачи, всем пока.